все, срочно выводи меня в эфир. Срочно! Да я знаю, что идет вечерний сериал. Выводи меня в эфир, срочно! Мы прерываем показ вашего любимого вечернего сериала срочной новостью. Сергей Рябухин с места события. Сергей, тебе слово. Здравствуйте, уважаемые товарищи взрослые. Здравствуйте, все жители планеты Земля. В мои руки попали секретные документы. Самые секретные документы, которые только могут быть напечатаны на бумаге. И эти самые секретные документы доказывают нам с вами, что всеми нами... Что он говорит? Убирай его из эфира! Но он только начал. Я сказал, убирай его из эфира! И самое важное, что эти секретные документы уже в издательстве Crowd Games. Они будут напечатаны и изданы в одной коробке в виде настольной игры «Тайная власть. Новый мировой порядок». Вы должны об этом знать. И для этого я прямо сейчас вышел в прямой эфир. Почему он еще в эфире? Да я выключаю, но тут ничего не работает. Почему он еще в эфире? Чтобы выйти в прямой эфир и сообщить вам эту новость, мне пришлось внедрить несколько агентов-инженеров в студию новостей прямого эфира, и они несколько подкорректировали работу видеосервера, и теперь вы обязательно узнаете о том, что... Что он хотел сказать? Что-то очень важное, наверное. Куда вы меня ведете? Давай, давай, шевелись. Куда вы меня тащите? Игра «Тайная власть. Новый мировой порядок» предлагает погрузиться в альтернативную историю нашего мира и принять участие в событиях, которые могли бы стать реальными. Все названия организации и событий следует считать плодом воображения создателей игры. Любое сходство с реально существующими, либо ранее существовавшими организациями или людьми следует считать случайностью. Мы просим считать все происходящее в игре вымыслом, а все совпадения и сходства случайностью. Перед вами выдуманная антиутопия в форме настольной игры. Молодец, все прочитал как надо. Свободен. И больше не надо вот этой твоей правды. Сыграем. У меня есть копия.